Всем привет из Израиля, дорогие друзья! Мы с моей собачкой Дуняшей приехали перед Песохом на 10 дней в Ашдод. Это приморский город, здесь находится самый большой грузовой порт Израиля, ну и много всяких достопримечательностей. И вообще здесь есть на что посмотреть. Сегодня как раз я хочу показать, как в Ашдоде реконструируют дома старой постройки – вместо того, чтобы их сносить. Дома старые, наподобие, как у нас хрущевки в наших городах, двух-, трех-, четырех- или пятиэтажные. Некоторые дома, которые совсем ветхие, конечно, ломают, и на их месте вырастают новые новостройки. Так вот, берем отдельно взятый дом, например, пятиэтажку, без лифта, без ремонта. И что интересно, людей на время реконструкции – из квартир не отселяют, они продолжают здесь жить в своих квартирах. Вокруг дома пристраивают дополнительные комнаты и балконы, а внутри устанавливают лифт. Сверху надстраивают несколько этажей до 9-10, и здесь уже получаются квартиры совсем новые. Таким образом, в каждой квартире получается по одной дополнительной комнате и новый большой стеклянный балкон. Жильцы, заметьте, за это ничего не доплачивают, а просто делают ремонт внутри своей квартиры за свой счет. Из старых обшарпанных домов получились домики просто заглядение. Они просто светятся, облицованные белым камнем. Дорогие друзья, ваши лайки и комментарии помогают раскручиваться моему каналу. Большое вам за это спасибо. До побачення. Україна переможе!